привет. Сегодня буду собирать вот такой вот щиток. Щиток будет стоять на улице. Буду использовать один автомат на 16 ампер в одной, двухполюсной. И две такие вот розеточки. Щиток будет специально для уличных нужд. Там что-то подключить, отключить, включил. Автомат, питания есть, отключил, питания нет. Щиток идет с замочком. Ну, правда, у него IP31 защита. Вот, поэтому я тут, наверное, еще просиликоню, чтобы примыкание было лучше и вода туда не попадала. Так, для сборки понадобится вот такой инструмент. Тут вот еще крепежи. Провода буду соединять на такую вот клеммную втулку. В комплекте идет два ключа, ну и гаечки с шайбочками для того, чтобы можно было подключить заземление. Так, вот имеется один рейка, и вот такая вот уже, не знаю, рейка, ну, наверное, нулевая, чтобы дырочек насверлить и тут на болтики посадить ноль. Одеваем наше устройство. Так, и надо будет зафиксировать вот такими боковыми фиксаторами. Выкручиваем винт практически на максимум, чтобы можно было зацепиться вот этими крючками, и потом закручиваем. Очень удобная вещь для монтажа. Вот установили, и все, автомат уже больше никуда не двинется, не уедет. Передумал я использовать вот такой провод. Я буду использовать жесткий. Тут нашел я нормальный провод, 2,5 квадрат. Для 16 амперного автомата с головой его хватит. И сейчас сделаю перемычки я вот именно из этого провода. И по цвету удобно, и сам по себе провод жесткий. Не нужно будет делать вот эти, обжимать наконечники. Примерно отмеряем по длине, как оно должно быть. Вот примерно так. И сразу зачищаем, ну и будем собирать. Так, сейчас я сделаю еще вторую перемычку. Подготовил я перемычки, сейчас мы их установим и зафиксируем в нашем автомате и розетка. Примерно будет это выглядеть таким образом. Вот так получилось. Соединил ноли с нолями, фазы с фазами. Так, заземление делать не буду, потому что, ну, проводка не предусматривает заземление, и просто придет фаза и ноль. Теперь сделаем сюда нарост линии, потому что там линия короткая. Ну и, наверное, придется наращивать кусок провода. Так что сейчас я сюда тоже сделаю кусок. Итого, вот что у меня получилось. Вот выходные линии. По контуру проклеил изолентой, чтобы влага меньше попадала, потому что тут защиты от влаги не было в этом щитке. И заклеил тоже дырки. Надеюсь, будет держаться, не будет держаться, потом пройду силиконом. Силикона сегодня с собой нет. Ну вот, получилось как-то так. Сейчас пойду на стол повешу, подключу и Так, щиток я повесил, но проблема в том, что не могу проверить, отсутствует питание на самой опоре. Вот, ну, все подключил. Тут соединил. Ну, теперь надо звонить электрикам, пускай приезжают, тут подключают или от столба, или я не знаю как. Ну вот, как-то так. Все, всем спасибо за просмотр.